Доброе утро. Здравствуйте. Как правило, для каждого из нас лето связано с очень приятными ощущениями. Но это как правило. Сейчас я хочу вас познакомить с семьей Наёк из города Фрязино. Глава семьи Евгений Наёк, его супруга Нелли и их дети Карина и Володя. Началась история эта еще весной. С 8 на 9 марта у нас перед домом украли машину. Модель «Жигули 4». Нам после этого было очень тяжело и очень неприятно. Но это можно рассказать поподробнее супруга. В 2 часа ночи я встала, машина была. В 7 часов встала, машины нет. Было такое ощущение, шок. Вот так. Вот так невесело началась эта история. Но у этой истории есть счастливое продолжение. Она продолжилась летом. Летом нам повезло. Бог нас вознаградил. За место модели 4-й «Жигули» он нам дал модель ГАЗ-3110. Который мы выиграли в тираже русского лото. Вот так счастливо завершилась эта история. Итак, середина лета – это всегда немножко грустно и весело одновременно. Потому что половина лета уже прошла и немножко грустно. И впереди другая половина, что всегда вселяет надежду и улучшает настроение. Вот с этой надеждой и хорошим настроением мы и вступаем в 196-й праздничный тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото», который мы начали в прямом телевизионном и радиоэфире. Сегодня 12 июля еще один праздник. Это День Российской Почты. Кстати, напоминаю наш почтовый адрес. Москва, 117-334, Ленинский проспект, дом 45. В тиражную комиссию 196-го тиража вошли победительницы городского конкурса профессионального мастерства. Это начальник 147-го отделения почтовой связи Татьяна Рыжова. Начальник 517-го отделения связи Елена Шульгина. Начальник 56-го отделения связи Тамара Муратова. Дорогие мои, скажите, сколько отделений связи в Москве? 559. 559. Видите, вы знаете эту цифру наизусть. А сколько бочонков играет в русское лото? 90, правильно. Ваша задача входит проверить, все ли 90 бочонков на месте. Проверить, пуст ли наш игровой мешок. Я знаю, на почте тоже такую операцию проводят. Проверьте, все ли номера в наличии. Проверьте идентичность номеров на любом бочонке по выбору. И потом перемешайте их в любом порядке. Пока вы будете заниматься этой важной работой для тех, кто играет в русское лото, я передам слово нашей компьютерной группе. Говорит Галина Афанасьева. В 196-м тираже принимают участие 1 834 799 купленных вами билетов. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 4 586 998 рублей. Я так думала. Все ли в порядке у нас? Все в порядке. Тогда я подставляю наш старый добрый игровой мешок. И прежде чем мы засыпем бочонки в мешок, давайте пожелаем, во-первых, удачи и счастья вашим коллегам, работникам Российской почты. Желайте. Желаем всем работникам Московской почты и всем работникам России здоровья, счастья, успехов и всего самого хорошего. А всего самого хорошего, это, конечно же, удачи всем, кто купил билеты 196-го тиража. Ну что же, засыпем бочонки в мешок. Поехали.
Все в порядке. Я прошу вас пройти за стол тиражной комиссии. И будьте внимательны, потому что за вами внимательно следит замечательный художник-карикатурист Володя Мочалов, который не только за вами следит, но и рисует. А плоды его творчества мы увидим в конце нашей передачи. Итак, несколько слов о наших билетах. Они двух видов. Оба желтого цвета с надписью 12 июля 1998 года. 11.15 на некоторых билетах ошибочно, 11.20 по телеканалу России и параллельно на волнах радиокомпании «Маяк». А в первом туре, как всегда, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 22 934 рублей. А игру в первом туре мы начнем с той самой счастливой семьей Наёк, которые выиграли специальный приз дирекции Русского Лото, автомобиль «Волга», ВАЗ, и нет, ГАЗ, 3110. Ну что же, скажите мне буквально два слова, как же это все-таки произошло, вот тот момент, когда вы выиграли, что вы испытали? Я вышел на балкон курить. Почему? Чтобы не смущаться. А, не смущаться? А что, вот выиграли и вышли на балкон? Нет, осталось два последних шара, и я вышел. А кто, кто зачеркивал последние два? Супруга. Супруга. Ну, с ней мы и начнем играть. Ну, конечно. Нелли, а как эти числа? Ну, вот последние какие там были? Единички, по-моему? Две единицы. Совершенно верно, да. Ну и что, вот прям была надежда или... До послед... Уже была. Уже была? Уже вот была. Вы верили, да? Ну что же, вот с этой верой в надежду мы начинаем игру в первом туре. Будьте внимательны. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 36. Номер 36. Ну, теперь Женя. Номер 62. Номер 62. Карина. Номер 84. Номер 84. Володя. Номер 53. Номер 53. Нелли, а вы выигрывали до этого в Русское Лото? Да. Часто, много, сколько раз? 5 раз. 5 раз? Да, только деньгами. Ну, только деньгами. Не хватало еще 5 раз автомобиль выиграть. Номер 29. Номер 29. Стоп, игра! Стоп, игра! Первый тур выиграл один билет. Его выигрыш 22 934 рубля. Ну что же, Женя, вам, Нелли, вам как никому другому понятно, как приятно выигрывать. Давайте от души поздравим того человека, который с вашей легкой руки выиграл денежный приз более 22 тысяч рублей. Давайте от души его поздравим, а вам я вручаю майку «Лото». Карина, играйте в «Русское Лото». Вам кепки с логотипом телевизионной игры лотереи «Русское Лото», Володенька, тебе. И наши поздравления всем, кто выиграл здесь у нас за столом и у экрана телевизора. Номер 29. Именно этим номером и закончилась игра в первом туре. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы «Liberty». И поскольку игра в первом туре закончилась, мы начинаем здесь вместе с вами игру во втором туре. Вам предстоит вытащить 5 бочонков из мешка. Игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Телезрители, радиослушатели, не забывайте зачеркивать в своих билетах. Прошу. Номер 56. Номер 56. Вот ваше место за игровым столом. Номер 56. Номер 72. Номер 72. Прошу. Номер 47. Номер 47. Прошу. Номер 23. Номер 23. И последний, пятый игрок. Это номер 37. Номер 37. Ну, вы свое дело сделали замечательно, и вам причитаются еще призы от дирекции Русского Лото.
Вы можете возвращаться на свое место. Продолжайте играть вместе с нами, как продолжают играть вместе с нами все билеты русского лото от начала и до конца. Мы переходим к игре во втором туре. Мы сделали уже 5 ходов. А закончится эта игра тогда. Когда, Володь, закончится? Понятно. Я тебе и объясню. Она закончится тогда, когда появится билет или билеты. Вот такие, как у тебя, в которых 15 чисел одной карточки уже зачеркнуты. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 45 869 рублей. Ну, а играть за столом мы будем вместе с вами. Ну что ж, компания, серьезно? Вы готовы? Мы продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 76. Номер 76. Ваш ход. Прошу. Номер... А это уже удача. Номер 11. Номер 11. По вашему растерянному лицу, я вижу, что вы не понимаете, почему, я собственно... Я понимаю. А что вы понимаете? Барабанные палочки. Правильно, барабанные палочки. Тот, кто вытаскивает номер 11, это счастливый бочонок, это барабанные палочки. Естественно, спасибо, получает приз от дирекции русского лото. А мы все радуемся. Продолжаем игру во втором туре. Разыгрываем более 45 тысяч рублей. Номер 77. Номер 77. Ваш ход. Номер 30, ровно. Номер 30. Ход ваш. Номер 73. Номер 73. Прошу. Номер 85. Номер 85. Прошу. Номер 70, ровно. Номер 70. Прошу. Номер 46. Номер 46. Если вы в состоянии, вы можете сами называть номер бочонка, который вытащил. Состояние. 28. Номер 28. Номер 28. Прошу. 34. Номер 34. Номер 34. Прошу. Номер 18. Номер 18. Номер 18. Ваш ход. 13. Чёртова дюжина. 13. Номер 13. Прошу. 49. Номер 49. Номер 49. Прошу. 98. А вот как может быть 98 в русском лото, когда это 86? Номер 86. Именно по этой причине всегда в компьютер будет число по голосу ведущего. Номер 27. Номер 27. Прошу. Номер... Сколько? Номер 35. Номер 35. Прошу. 40. Номер 40. Номер 40. Ваш ход. 31. Номер 31. Номер 31. Прошу. 41. Совершенно верно. 41. Номер 41. Номер 61. Номер 61. Один. Номер 1. Номер 1. Давайте перемешаем. Вы довольны? У вас блинницы дома нет? Отлично. Сейчас. Сейчас на волнах радио компании «Маяк» небольшой информационный выпуск. И пока к нам не подключится большая группа радиослушателей, я должен информировать вас, сидящих в студии, и вас, дорогие наши телезрители, что тиражная таблица 196-го праздничного тиража выйдет в понедельник в газете «Есть работа», во вторник в газетах «Комсомольская правда», «Московская правда», «Сударушка», «Народная газета» и «Работа и учеба». И
если уж есть такие самые нетерпеливые, то сегодня воскресенье, в международной компьютерной сети интернет появится наша тиражная таблица. Ну, собственно говоря, это для тех, кто по каким-то причинам не успеет проверить свой билет или пропустит какие-то числа. Проверяйте их по нашим тиражным таблицам. Ну, собственно говоря, больше информировать вас ни о чем. В русское лото играет более 200 лет, и вы все хорошо знаете правила. Ну вот, к нам подключилась большая группа радиослушателей, и мы продолжаем игру во втором туре. Разыгрываем более 45 тысяч рублей. Ход ваш. 89. Номер 89, дедушкин сосед. Номер 89. Прошу. 59. Номер 59. Номер 59. Ваш ход. Номер 19. Номер 19. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов 4 билета имеют 14 совпадений из 15 в одной карточке. Мы на секунду остановимся, потому что появился билет, в котором 14, конечно же, это второй тур. 14 номеров из 15 в одной карточке в каком-то билете уже зачеркнуто. Значит, каждый ход может стать последним. Если вы вытаскиваете бочонок номером, который заканчивается игра во втором туре, вы получаете специальный приз директора русского лото. Это магнитола. Вот все, что я вам должен был сказать. Вытаскивайте. 10. Номер 10. Чирик. Номер 10. Лидирует 6 билетов. Ну что же, пока игра еще не закончилась. Значит, есть возможность вытащить этот счастливый номер у вас. Номер 79. Номер 79. Лидирует 9 билетов. 9 билетов. А вот она и магнитола, которую вы можете получить. Вот посмотрите на магнитолу. Вот теперь сюда. Один бочонок из мешка. Это номер 69. Туда-сюда. Здесь не перепутаешь. Номер 69 лидирует 17 билетов. 17 билетов. Вам не удалось. Может быть, у вас получится. Ну, можно. Вот она, магнитола. Так. Номер 44. Стульчики. Номер 44. Лидирует 26 билетов. 26 билетов. Так. Ну что, давайте вот одну руку на магнитолу. Вот так. Одну на магнитолу, да. Вот так, наперекрыть. Глаза закрыли сюда. И это номер 42. Номер 42. Стоп, игра! Стоп, получилось! Да! Получилось! Вот я занял руку! Руку на магнитолу! Поздравляю! Второй тур выиграл один билет. Его выигрыш 45 869 рублей. Ну что же, в эту минуту радости. Поздравьте человека, который с вашей легкой руки выиграл эту огромную денежную сумму. Возьмите свою магнитолу. Все игравшие за столом получают призы от самарского представительства лото и дирекции русского лото. И мы поздравляем всех, кто играл и выиграл во втором туре. А здесь мы ждем игрока под номером 42. И это наш гость из Англии. Hello, how are you? Very well. Will you please here? Stay here. Okay. Вы выиграли приз. Вы выиграли приз. Прайс. Прайс? Yes, прайс. Anything. Anything? Yeah. Мягкую игрушку от фирмы Liberty. Окей. Okay. It's for you. Особенно аплодируют наши английские друзья, которых здесь у нас много в студии. Stay here, please. Вы должны вытащить 5 бочек. Only five numbers. Five numbers. Yes, okay. Номер 12, Шекспир, 12-я ночь. Номер 12. Это номер 12. 11. Today. 12. Today. Today. July. 12. Okay. Prize for you. Этот приз положен игроку, который вытаскивает сегодня 12 номер. Сегодня 12 июля. Как радостно. Как радостно, что наш друг из Англии наконец-то получил тостер, которого у него до сих пор-то в Лондоне и не было. Наконец-то вы будете кушать тосты. И я так рад за вас. Вы продолжаете игру. Номер 12. Номер 58. Номер 58. 58. Окей. Прошу.
Эти три. Номер 83. Номер 83. Галя Афанасьева ждет, когда ей переведут. Адаптированный перевод. Номер 83. Номер 14. Номер 14. И последний, пятый игрок. Номер 57. Номер 57. А вы сейчас... Will you please stay here? Your prize. Okay? И призы от русского лото. From our direction. Yes. Мы аплодируем нашему английскому другу. Фантастическое везение. Ну что же, сделав эти пять ходов, мы начали игру в третьем туре. А закончится она тогда, когда появится билет или билеты, в которых раньше других купленных вам билетов будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 68 804 рублей. Вот как! А разыграем этот денежный приз мы с вами. Вот номер 12 на своем месте. Мы продолжаем игру в третьем туре. Прошу. Номер 87. Номер 87. Прошу вас. Номер 68. Номер 68. Прошу вас. Номер 43. Номер 43. Вы тоже из Англии? No. Слава богу, я избавлен от необходимости что-то калякать по-английски. Номер 5. Номер 5. Прошу вас. Номер 52. Номер 52. Прошу. Номер 65. Номер 65. Ваш ход. Номер 9, точка внизу, совершенно верно. Номер 9. Ваш ход. Номер 22. Номер 22. 22 это утята. Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Раз появился такой билет, вы понимаете? 29 номеров в нем из 30 уже зачеркнуто. Каждый ход может стать последним. И если вы вытаскиваете бочонок, номером которого заканчивается эта самая игра в третьем туре, вы получаете печь СВЧ. Но для этого вам нужно перед ходом мне сказать, да или нет. Да, если вы уверены, что после вашего хода раздастся команда «Стоп-игра», и вы выиграете этот приз. Нет, если вы уверены, что после вашего хода игра еще продолжится. Нет, вы уверены, что игра продолжится? Да. Ну вот, вы прислушались к их совету. Номер 51. Номер 51. Игровая ситуация не изменилась. Не, абсолютно верно. Тот, кто ошибается, покидает стол с утешительными призами. Да или нет? Нет, 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 ребята, нет. Девушка сказала нет. Номер 80, ровно. Номер 80. По-прежнему лидирует один билет. Абсолютно верно, абсолютно верно. Вы остаетесь с нами. Да или нет? Как вы думаете? Нет. Да. 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 А почему вы не аплодируете? Человек рискует. Это так страшно. Номер 63. Номер 63. По-прежнему лидирует один билет. Увы. Увы, вы ошиблись. Вы покидаете стол с утешительными призами. Рукоплещем вам за смелость. Да или нет? Да. Да? Да. Да, не боитесь? Нет. Нет, ничего не боитесь? Нет. Хорошо. Приз поделим пополам. Номер 26. Номер 26. По-прежнему лидирует один билет. И мы прощаемся с вами, к сожалению. И мы тоже вам, конечно же, выдаем утешительные призы. И почему вы не аплодируете? Девушка смело рискнула. Да или нет? Нет. Нет? Нет. 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 Теперь уже да. Номер 17. Номер 17. Игровая ситуация не изменилась. Абсолютно верно. Лидирует по-прежнему один билет. Один билет всего, конечно. Нет. Нет, правильно. Я думаю, что это верно. Пока один билет. Попробуй в него попади. Хотя все может случиться. Номер 48. Номер 48. Лидирует два билета. Два билета. Как вы думаете? Нет. Нет. Номер 6, точка внизу. Номер 6.
Лидирует 5 билетов. 5 билетов. Количество билетов нарастает. В них уже 29 из 30 зачеркнут. Нет. Нет. И все равно нет. Нет. Тут дружный коллектив сложился. Номер 3. Номер 3. Стоп, играя. Не уходите. Не уходите. Конечно, третий тур выиграл один билет, его выигрыш 68 804 рубля. Не уходите. Почему? Потому что все равно кто-то сейчас с вашей легкой руки выиграл у экрана телевизора. Давайте поздравим человека. У него сегодня, ну, счастливый день. Мы от души вас поздравляем с выигрышем. Ну а вам утешительный приз от дирекции Русского Лото, это мясорубка. Я думаю, что она вас вполне утешит. И все, конечно, игравшие за столом, получают призы. А где игрок под номером 3? Где игрок? Где игрок под номером 3? Именно этим номером и закончит. А, это вы. Я прошу вас сюда. Посмотрите в телекамеру, потому что сейчас вы будете получать призы, и мы будем за вас радоваться. Вы получаете мягкую игрушку от фирмы Liberty и призы от дирекции Русского Лото. Вы возвращаетесь на свое место, продолжаете играть вместе с нами. Потому что сейчас нам нужно разыграть более 4 миллионов рублей. И это 97% призового фонда, несмотря на крупные выигрыши в первых трех турах. А сюда, за наш игровой стол, я приглашаю нашего замечательного художника Володю Мочалова. Вместе с рисунками, Володь, вместе с рисунками к нам сюда, вот сюда, за игровой стол, я прошу. А также нашу гостью, замечательную актрису, народную артистку России, певицу, руководителя, художественного руководителя ансамбля «Русская песня». Это Надежда Бабкина. Я прошу вас сюда. И весь ансамбль «Русская песня», я прошу вас сюда. Мы продолжаем. Здравствуйте, ребята, мы вместе с вами и продолжим игру в четвертом и последующих турах. Слово художественному руководителю, прошу. Спасибо. Слово, это значит, я покопаться должна, да? Да. Что, ой, а, что? Надя, Надя, ты, на, вот что значит широта души. Один, один бочонок. Надя, я тебя прошу. Один. Это номер 55. Номер 55. Стоп, игра, выиграли 2 билета. Выигрыш по 34 402 рубля. С легкой руки Надя выиграла 2 билета. Я прошу. Один? По одному бочонку. По одному. Номер 66. Номер 66. Стоп, игра, выиграли 3 билета. Выигрыш по 30 580 рублей. Здрасте. Номер 90, дедушка. Номер 90. Стоп, игра, выиграли 3 билета. Выигрыш по 38 225 рублей. Вот это мастера. Оп. Номер 16. Номер 16. Стоп, игра, выиграли 4 билета, выигрыш по 28 669 рублей. Народу все сгодится, потому что сейчас с вашей легкой руки выигрывают билеты номер 60. Номер 60. Стоп, игра, выиграли 5 билетов, выигрыш по 22 935 рублей. Ну вот пятерым сгодились ваш номер 60, и 5 человек выиграло. Это номер 2. Номер 2. Стоп, игра, выиграли 6 билетов, выигрыши по 22 935 рублей. Количество выигравших нарастает в самой выигрышной лотерее России. Номер 21. Номер 21. Стоп, игра, выиграл 15 билетов, выигрыши по 9174 рубля. Номер 24. Номер 24. Стоп, игра, выиграл 20 билетов, выигрыши по 6880 рублей. Володь, показывай рисунки. Номер 38. Номер 38. Стоп, игра, выигрыш 41 билет, выигрыши по 2000. Кажется, я погорячился. Не стоило пока. Ну все, со знанием дела. Номер 33. Номер 33. Стоп, игра, выиграла 82 билета, выигрыш по 1678 рублей. Наденька, не веселись, по-моему, до тебя тоже очередь дойдет. Номер 88. Номер 88. Стоп, игра, выиграла 122 билета, выигрыш по 1128 рублей. Номер 25. Номер 25. Стоп, игра, выиграла 176 билетов, выигрыш по 782 рубля. Опа! Номер 20.
Номер 20. Стоп, игра выиграла 278 билетов. Выигрыши по 495 рублей. Номер 54. Номер 54. Стоп, игра выиграла 485 билетов. Выигрыши по 283 рубля. Номер 81. Номер 81. Стоп, игра выиграла 697 билетов. Выигрыши по 197 рублей. Номер 8. Номер 8. Стоп, игра выиграла 1446 билетов. Выигрыши по 95 рублей. Номер 82. Номер 82. Стоп, игра выиграла 1651 билет. Выигрыши по 111 рублей. Показывай рисунки дальше. Номер 64. Показываю. Номер 64. Стоп, игра выиграла 3095 билетов, выигрыши по 89 рублей. Веселиться не буду. Номер 39. Номер 39. Стоп, игра выиграла 4811 билетов, выигрыши по 95 рублей. Номер 75. Номер 75. Стоп, игра выиграла 10214 билетов. Выигрыши по 54 рубля. Разыгрывается последний тур. А вот и последний ход. Номер 71. Номер 71. Стоп, игра выиграла 15719 билетов. Выигрыши по 55 рублей. Всего на 81-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. В мешке осталось 9 бочонков. А вот... Ну что же, как вы поняли, свое слово сказала Галина Афанасьева. Ну что же, уважаемые члены тиражной комиссии, давайте посмотрим, что у нас там осталось в мешке. Компьютерная группа, у нас должно остаться... 9 бочонков. 9 бочонков. Я прошу вас еще раз проверить, пуст ли мешок. Посчитайте, сколько их здесь. Их здесь у нас... Ровно 9. Сейчас мы постараемся по порядку назвать эти номера. Номер 4. Эти номера остались в бочонке, их зачеркивать. В мешке их зачеркивать не надо. Номер 7, номер 15, номер 32, совершенно верно. Номер 32. Развернем на камеру. Номер 45, номер 50, совершенно верно. Номер 67, номер 74 и номер 78. Вот эти номера остались. В мешке их зачеркивать не надо. По ним нужно проверить, выиграл или не выиграл ваш билет в туре на удачу. Если все три номера в левом нижнем углу вашего билета остались в числе тех девяти, что остались в мешке, вы выиграли в туре на удачу. Компьютерная группа. В туре на удачу выиграла 1420 билетов, выигрыши по 102 рубля. Всего в 196-м тираже выиграла 40298 билетов. Ну что же, а мы переходим к розыгрышу автомобилей. Автомобили ВАЗ-21053 по номерам купленных вами билетов. У вас в каждом вашем билете персональный семизначный номер. Здесь ровно 10 бочонков. Мы сейчас засыпем их в игровой мешок. Я прошу вас открыть заглушку. Вот они в мешке. Мы перемешиваем. Внимательно следите. Слева направо номер вашего билета. Первый номер у всех сошелся. Потому что в каждом разряде мы разыгрываем по одному автомобилю ВАЗ-21053. Следующий номер это номер 3. Номер 3. И мы номер 3 опускаем, естественно, обратно в мешок, чтобы каждый номер мог повториться. Прошу вас. Это номер 4. Номер 4. И четверку мы опускаем на место. Теперь ход ваш, прошу. Это номер 3. И вновь 3. Номер 3. Тут ничего не поделаешь. Еще раз все перемешаем. Прошу вас, чтобы ничего не застревало тут. Прошу. Любой на выбор. Это номер 1. Номер 1. И вновь единицу на место. И теперь ход ваш. Прошу. Это номер 7. Номер 7. Семерку на место. И последний ход, завершающий, это ваш. Трепещите. 8. Номер 8.
Номер 8. Итак, номера выигравших билетов. 03, 43, 178, 13, 43, 178, 23, 43, 178. Это счастливые обладатели автомобиля ВАЗ-21053. Мы ждем вас в нашей студии, мы вручим вам ключи прямо здесь. Сегодня мы радуемся за вас и за всех, кто выиграл в 196-м тираже телевизионной игры «Лотерея Русклада». Членам тиражной комиссии мы вручаем призы дирекции. От души поздравляем вас с профессиональным праздником. И ждем писем по адресу Ленинский проспект, дом 45, Москва. А сегодняшний наш праздничный тираж, я прошу вас пройти за стол тиражной комиссии. Сегодняшний праздничный тираж наш завершен. Как всегда, в следующее воскресенье в 11:15 на телеканале «Россия». Мы ждем вас, встретимся. В русское лото играет более 200 лет России, значит, мы точно встретимся в следующее воскресенье. Покупайте наши билеты и будьте вместе с нами. От души еще раз поздравляю всех, кто выиграл. А нашу сегодняшнюю передачу завершает замечательный ансамбль «Русская песня» и народная артистка России Надежда Бабкина. А я, в свою очередь, вам хочу подарить свой компакт-диск. И спасибо огромное за приглашение. И поздравляю всех тех, кто выиграли. И всех поздравляю с замечательной этой передачей. Итак, поем для вас. Надежда Бабкина! Чего?